Всем привет! Сегодня у нас 4 посылки из магазина JD. Давайте посмотрим, что же здесь у нас внутри. Итак, приступим. Первое — это кабель CE-Link. CE-Link. Такого у меня еще нету, поэтому я взял себе запасной. Это як удлинитель получается USB. Папа-мама 3.0 USB. То есть кабель такой толстый. Нанесено C-Link. Здесь ничего нет. Сделано все качественно. Единственное, здесь вот кусочек пластика, который мы сейчас обрежем. Обрезали. Остальное вроде все у нас здесь четко и хорошо. Вот такой вот кабель. Они продаются на JD постоянно там по 0,99 центов. То есть, ну, кабели реально классные. И они дороже намного стоят той цены, которую просят за них JD. И я их периодически беру на JD в основном, потому что, ну, они реально прикольные. Вот, давайте дальше. Дальше подставочка. Наконец-таки она дошла. Очень долго я ее ждал. Универсальный стенд. Но мне кажется, что это такая же, точно такая же подставочка, которую мы покупали раньше в других магазинах. Вот, судя по коробочке. Ну, единственное, что коробочка менее поджатая. Я в Гамис, в магазине Гамис покупал. А нет, это вот, это получается оригинальная. Да, было в Гамисе, я покупал. Там, во-первых, уже была, то есть можно посмотреть в обзорах. Я, если не забуду, добавлю сверху видео, где будут эти подставочки. Покупала их по 50 центов. Там, во-первых, жесткая вот эта вот резинка, которая здесь стоит. Здесь она мягкая, вот, можно посмотреть, она мягенькая. Вот, там она очень жесткая. Во-вторых, там по пластику самому, там очень много косяков. И открывается она не так... Тут она тяжелее открывается, отщелкивается подставочка. Покупал ее за $1, да, 99 центов. Те же в Гамисе я покупал за 50 центов и думал, что они такого же качества. То есть по фотографии они как вот Мокис. И поэтому я их набрал. В итоге как бы пришлось их раздарить, потому что я лично пользоваться им не буду, потому что они, ну, реально плохого качества. Вот. Здесь качество хорошее. Мокис. Все отлично. Могу рекомендовать. Вот. Если бы еще они были по 50 центов, я бы нагреб их там пару штучек. Откладываем. Далее у нас вот такая вот котик, подставочка котик. Давайте откроем скрепочку аккуратно. И посмотрим. Вот такая она резиновая. Здесь Орико, изнутри пустая. Вот такой вот красивый котик. Давайте попробуем какой-нибудь, что-нибудь на нее поставить. Вот, телефон давайте на стол поставлю. Немножко она пошатывается. Если поставить там резко телефон, допустим, то немного она пошатывается. Но как подставка, если вот так, допустим, так она стоит уверенно, не дергается, все отлично и не падает. То есть, вот, отличная подставка. Но если вот высоко ставить, да, то может телефон упасть. Давайте еще вот так покажу. Вот. То есть, если поставить в длину. Но если в ширину поставить, все отлично, ничего не падает, все держится. Вот. Такой вот красивый котик. Орика. Отлично. Тоже был по акции, брался. Ссылки будут в описании. И последнее, что у нас... Так, и еще бумажечка, гарантия качества, это, наверное, от Орико. Пластика, вот по коробочке, она лопнула вот здесь и вот здесь, вот где-то передавила, вот здесь лопнула, видать, на морозе где-то была, лежала, и ее передавила или там упало что-то на нее, и лопнула, вот получается, вот здесь и вот здесь. Ну, это ничего страшного, это коробочка, главное, что внутренность, ну, что с ними будет, они резиновые. Ладно, давайте посмотрим. Свой это уже
получается третий сетевой. У меня есть сетевой умный, без USB, который управляется через Wi-Fi. Есть такой же у меня питается дома компьютер. И здесь вот, где я снимаю ролики, у меня на столе вот такой вот сетевик старый есть. И я купил специально этот, чтобы заменить этот старый сетевик. То есть... Давайте на него посмотрим. GD. Покупал я предыдущий тоже на GD за 11, по-моему, долларов, а этот был за 15. Не стал ждать акцию, потому что хотелось уже побыстрее поменять. Все отлично. Инструкция. Коробочка. Такой он тяжеленький. Кабель. Все, как и в предыдущий раз. Вот. Все отлично, на 3 USB порта и на 6 розеток. Этот же у меня получается на 5 розеток и все. И вот такими вот устройствами я добавляю себе USB порты. И вот у меня вот еще вот такая вот штука тут есть для включения вот этой вот штуки с кнопочками. Вот. Сейчас давайте присоединю все. Единственный минус у кабелей, что они, не у кабелей, а у сетевых фильтров Xiaomi, что они все короткие, то есть у них тут 1.5 метра, по-моему, шнур, вот, но не всегда хватает. Допустим, у этого сетевика здесь у меня 2 метра шнурок, он там скрученный, и здесь мне он, допустим, не нужен, а вот дома, конечно, бы на кухне мне там нужно, у меня розетка с другой стороны от печки, и хотелось бы к печке провести сетевик, но и шнурка, естественно, вот этого не хватает, и нужно либо в любом случае тут нужно отрезать, менять розетку, ну либо через переходник ее использовать, либо отрезать, менять. Вот, и можно отрезать, конечно, и довести кабель еще, но хотелось бы, конечно, чтобы из коробки они были подлиннее. Вот, ну хотя бы там версии, да, допустим, это там за 15 долларов с метровым кабелем, и там с двухметровым там за 17 долларов, допустим. Вот, я бы, конечно, купил бы еще с длиннее кабелем. Вот, и купил еще на 3 порта, у меня еще она идет где-то, но ту я уже покупал на GearBest. Давайте подсоединю у себя, подключу ее и посмотрим, как это будет теперь выглядеть. Не смог найти старый свой адаптер, который на 3 розетки, я ее потом обрежу, конечно, позаменю полностью, но пока у меня будет она использоваться вот через такой переходник GoCom-овский. Давайте вот подключим, оно туго входит, все отлично. Вот, их я накупил на GearBest. Ну, они сейчас идут с телефонами Xiaomi, их вкладывают, то есть GoCom-овские. Сейчас GearBest часто их отправляет. Давайте попробую включить в розетку и проверяем, работает или нет. Все работает. Все отлично, теперь осталось подключить. Итак, вот что получилось. Немножко компактнее. Здесь вот у нас берлонговская зарядочка на 2 порта. GoCom-овская на 3 порта. Это у нас увлажнитель. Увлажнитель у нас вот такой вот. Дерма или как-то так. Вот USB вот это вот включение нашей точки для фотографий, и все, и лампочка, просто включенная лампочка. Вот так вот красиво все получилось. На этом у меня все, ставьте лайки, подписывайтесь, до новых встреч и удачных покупок.